тебе подфартило. Я считаю. Вегета. Сильная девочка, умная, красивая, местами вредная, ну, как все дети. Очень любит командовать, это тоже присутствует у нее. Ну, такое. Это неплохо. Это хорошая черта, вот, как бы. Но она и при этом очень мягкая, нежная и ранимая. Ну, судя по тому, как она такая целеустремленная, я думаю, что она добьется в своей жизни многого. Вот. Ну, а мы со своей стороны поможем. Да, можем. Чем сможем, тем поможем. Есть один мужчина, который в 2015 году встретил одну очаровательную девушку. История их знакомства, наверное, уникальна сама по себе, и мы сегодня обязательно коснемся этого. Денис наш такой нежный мальчик, впечатлительный мальчик, немножко с характером. Ну, у нашего сына есть цель. Вот он хотел стать юристом, и он им стал. Я думаю, что нашей невестке он будет хорошим спутником по жизни. И я думаю, в будущем он станет хорошим отцом. А все для этого у него есть. Поэтому я считаю, что мы воспитали достойного сына. Ну, и мы гордимся им. Я хочу пригласить сюда, под ваши аплодисменты, уверенного, обаятельного мужчину, который решился на самый важный шаг в своей жизни. Я смотрю на тебя, колени не дрожат, да, глаза не бегают. Неужели ты действительно настолько уверен в себе? Если бы не был уверен, не стоял бы здесь. Аплодисменты за такой ответ. Наверное, в нашей жизни важно иметь рядом с собой просто человека, которому можно довериться. И она сделала очень важный поступок в своей жизни. Она открыла этому мужчине свое сердце. Она доверилась ему. И на протяжении всей жизни она даже не будет сомневаться в нем. Я хочу пригласить сюда, под ваши аплодисменты, самую выразительную, самую яркую, самую красивую невесту этого года. Их знакомство получилось относительно случайным. Тогда, в январе, он дерзко, нахально ворвался в блок общежития, когда девчонки просто играли в настольную игру. Пришел, мешал, я на него злилась, потому что пришел какой-то самоуверенный, бородатый и лысый парень. И очень громко смеялся, с такой чувством, что сам своих шуток. И вот первый раз я ее увидел, и что-то уже как-то внутри почувствовалось, сразу перевернулось. Мне он очень сильно не понравился, он пытался еще как-то шутить, заигрывать. Ну, меня он только раздражал. А потом, спустя, наверное, меньше месяца, мы опять же собрались в компании в этом блоке играть уже в Uno. И он тоже был с нами, он сел специально передо мной. Видимо, я ему уже тогда понравилась, я не знаю, тешу себя мысли. И он мне поддавался, зараза, специально, чтобы я обратила на него внимание, чтобы он мне понравился. И с ним как-то с первого момента стало очень легко, он стал каким-то родным, даже несмотря на то, что мы были с ним знакомы 2 часа. Это была первая мимолетная встреча. А потом настал февраль. 14 февраля – самый сказочный и волшебный день. И когда все девушки куда-то спешили, всем кому-то звонили, она понимала, что сегодня, наверное, она будет одна. Но действительно, судьба распорядилась таким образом, что послала в этот день ей родного и близкого человека. Человека, с которым она сейчас стоит рядом и хочет связать всю свою жизнь. Виолетка к нам приехала скромненькой такой совсем девочкой, стеснялась очень. И Денис ее
как бы старался оберегать. Вот когда первый раз привез знакомиться с нами, мама, не зовите никого, потому что Виолетка будет стесняться, мама там это, Виолетка будет себя неловко чувствовать. Ну, она приехала такой скромной, ну, видно было, что у них хорошие отношения, сразу было видно с первого же дня. Хочу сказать, что нам с невесткой повезло. Умничка. Красавица. Красавица, да. Вот, хорошая девочка. Поэтому мы очень довольны и счастливы, что у нас такие детки. Дело в том, что жизнь состоит не только с праздников, но и будни. Вот. Чтобы они заботились друг о друге. Ну, а чтобы в недалеком будущем нам подарили внука или внучку. Вот что самое главное. Вот. Чтобы была полная семья. Да. Им было настолько интересно узнать друг друга, что это общение переросло в нечто большее. И сегодня наш молодожен посвящает вас небольшое таинство. Таинство создания семьи. Клянешься ли ты, если вдруг Виолетте захочется сладенького, достать из кармана пиджака самую вкусную плитку шоколада и вручить ее ей? Клянусь. Виолет, клянешься ли ты, если будет идти твой любимый сериал по телевизору, но в этот же день состоится финал Лиги Чемпионов, уступить и смотреть футбол и болеть вместе с ним? Клянусь. Аплодисменты. Зацепила какая-то внутренняя даже какая-то между нами связь, то есть сразу образовалась на каком-то, не знаю, подсознательном, что ли, уровне. И так, в принципе, манера поведения, где-то мы как-то сами с ней похожи, взгляды на жизнь с ней похожи. И мы стали очень много общаться, мы проводили целыми днями с ним вместе. Мы болтали, играли, ходили, веселились, смеялись. Мы могли просто по несколько часов беспрерывно смеяться от того, как смеемся. Каждый друг с друга со смехом. Главное – это то, что я с ней чувствую себя как бы свободно, с ней я настоящий. Это было прекрасное время. А потом все как-то очень быстро завертелось. Он закончил университет, приехал на квартиру, искал работу. Я доучивалась, ехала на стажировку в Вильнюс. Потом приехала, мы начали жить вместе. Потом, просто в один прекрасный момент, я задался вопросом, как бы готов ли я с человеком прожить всю жизнь, просто чтобы он каждый день возле меня просыпался. Я сам себе задал вопрос, я на него ответил положительно. И, по сути, уже было все решено. В присутствии ваших родных и близких мы хотим, чтобы вы обменялись кольцами, которые будут символизировать вашу любовь и ваше беспечное будущее. Присутствие ваших родных и близких, друзей, которых вы всех пригласили. Объявляем вас мужем и женой! Красивые, самые любимые, самые дорогие. Я вас поздравляю вас сегодня с вашим торжеством. Пусть ваша семья только крепнет, укрепляется, умножается. Всего вам самого хорошего.
Вы создали маленькое государство под названием «Семья». И хочу пожелать вам, чтобы это маленькое государство плыло по бурным волнам этой жизни, вот, и всегда им был попутный ветер. Хочу вам пожелать, чтобы ваша жизненная дорога всегда была широка и длинна, и на ней всегда горел только зеленый свет. Дорогие мои детки, дело в том, что праздники все приходят и уходят, но наша жизнь состоит из простых будней. И в этих буднях я хотел бы вам пожелать, чтобы вы уважали друг друга, любили и были опорой во всем. И тогда вам никакие бури, невзгоды вашему кораблю семейному, вот, не помеха. Еще раз вас, дорогие, с праздником, с этим знаменателем. Что я могу вам сказать? Поздравляю вас, конечно, с вашим замечательным таким днем. Помните этот день, такой красивый, яркий, красочный, чтобы в вашей жизни было все время праздник. Счастья вам, здоровья, любви большой-большой, неземной. Поздравляем вас, желаем всего-всего самого хорошего. Главное – терпение, уважение, ну и чуть-чуть уступать друг другу. Даже если ты не права, ну, отвернись, и опять помирились. Так что поздравляем, всего хорошего. Желаю милой паре любовь вам до совет. Хоть небольшой подарок, семейный ваш бюджет. Здоровья вам, живите дружненько, любите. Дорогие Виолеточка и Денис, поздравляем вас с законным браком. Желаем вам здоровья, счастья, любви, удачи, благополучия, чтобы вы любили друг друга, ценили друг друга, уступайте друг другу. Главное – здоровье. Будет здоровье, детки, будет и богатство, будет все. В добрый путь. Мы как бы долго ее ждали, планировали, усилий много потратили, поэтому, что касается свадьбы, я просто сейчас наслаждаюсь этим моментом, вот и все. Здесь я желаю нам иметь троих прекрасных детишек, свой дом. И как я мечтаю, дом с большими окнами, где бы я готовила нам совместный семейный ужин, где были бы мои родители, его родители, наши трое прекрасных деток и мы вдвоем. Дорогие гости, выпили вы алкоголь. А алкоголь какой? Сладкий, кислый, горький. Горько! Дружнее! Горько! Дорогие молодожены, хочу пожелать вам, чтобы ваша бесконечная любовь не имела ни начала, ни конца, чтобы вы друг друга любили и чтобы у вас было все всегда хорошо. Ребята, вы за это! Дамы и господа, белорусская версия фильма «Криминальное чтиво». Everybody goes to the same dark places. Whoa. You always die.
places. I know everybody goes to the same dark places. I know everybody goes to the same dark places. Sometimes in the dead of night when you think you can't make it, you might find I left a light beside the bed for you, 'cause I've been there too. And don't think it's only you, because we've all been through what you're going through. Oh. Итак, друзья, переносимся 12 ноября 2016 год. Ребята идут красивые по городу и приходят в кинотеатр. В этот момент в голове у Дениса была только одна мысль. Эта мысль не давала ему покоя. И эта мысль была... Как дать предложение сделать? Слова путались. Как дать сделать предложение? А Виолетта же ничего не подозревала. Она просто шла в кино, просто улыбалась. Но в голове у нее тоже была одна мысль. И эта мысль была... Хочу Пепси. Хочу Пепси. И вот они заходят в кинотеатр, у нее в голове «хочу Пепси», у него в голове «как дать сделать предложение». И тогда он набрался смелости и решил сделать очень важный шаг. Он приобнял очень нежно Виолетту за... За талию. За талию. Она посмотрела на него и очень дерзко ему сказала: «Хочу Пепси». Ну, естественно, Денис растерялся, он хорошо пошел в бар специально для того, чтобы купить Пепси. И в этот момент в кинотеатре началось небольшое видеообращение. Сидели другие люди, да? И тут появляется на экране Денис. В этот момент у Виолетты была четкая мысль. Я знаю, какая это была мысль. И вот вы нам сейчас подскажете. В этот момент Виолетта подумала: это твое Пепси? Я думаю, вы видите, что мы немножко пофантазировали, но доля правды в этой истории есть. Хочется, чтобы дальнейшую историю вы писали своей рукой и точно так же всегда держали друг друга за руку. А мы будем радоваться этому. Мои хорошие, я поздравляю вас с этим прекрасным днем. Я прошу вас, чтобы вы запомнили ту эмоцию, которую вы сейчас испытываете. Это трепет, эту нежность, эту любовь бесконечную. И сохранили все эти эмоции и пронесли через всю вашу совместную жизнь. Вам много хороших слов уже сказали, и еще много чего хорошего скажут. И я также желаю, чтобы все эти хорошие слова, они воплотились в жизнь. Чтобы у вас было все, ну, супер классно. С днем вашей свадьбы!
mind sometimes. Louder and louder with every thought, shaking the floors until the pictures fall off the walls. The walls. So I'll turn it up and I sing it loud and just shut the world out. Жизнь наша, как сказал мне один умный старый еврей, не сложилось с одних марципанов. То есть приходилось и сухари жевать. Но они были свои. Свои сухари. Они сладкие были. Потому что были заработаны своими мозолями. Самое дорогое у человека – это действительно жизнь. Она прекрасная. Любите друг друга. Уважайте друг друга. Не смотрите ни на какие там временные трудности. Эти трудности, они сегодня есть. Ночь помирит вас, это я гарантирую. Вот. И завтра будет все прекрасно. Все будет прекрасно. У вас будут прекрасные дети, у вас будет прекрасная семья. Не разменивайтесь на мелочи. Живите прекрасно. За молодых вы все слышали. Цените то, что вам сейчас говорили. За мальчика или за девочку? За здорового ребенка. Так, за здорового ребенка. Но ты как минимум должна поддержать, ты же понимаешь, да? Но вдруг какое-то еще мнение? Поддерживаю, чтобы он был мальчиком. Здоровый мальчик. Здесь за здорового мальчика. Итак, дамы и господа, в этой ожесточенной борьбе побеждает кто? 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 Правильно! Девочка! Виолетта, Денис, от себя хочу пожелать вам в этот день, прежде всего, уважения друг к другу. Пожелать вам, чтобы вы стимулировали друг друга на самосовершенствование во всех смыслах этого слова. Чтобы вы вашу любовь пронесли через года, чтобы она не угасла с течением времени. А чтобы она не угасла, помните, что любовь – это когда не смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону. Смотрите всегда в одну сторону. Я хочу сказать, что человека по имени Виолетта я знаю уже очень долгое время. Мы росли вместе, мы учились вместе в школе. И для меня огромная честь сегодня быть здесь, в таком статусе для вас. Я, когда впервые увидела Дениса, я, если честно, не могла подумать, что он станет для нее такой опорой, таким прекрасным человеком, на которого она всегда может положиться. Я, видя эту пару, уверена, что они пронесут эту любовь через долгие-долгие годы, и она никогда у них не угаснет. Конечно же, вам огромного счастья и вашу любовь, чтобы она вас грела еще долгие годы. С вашим днем свадьбы!
Желаю процветания, счастья, здоровья вашей новой семье. Пусть никакие, наверное, трудности и неудачи, ну, не беспокоят вас и ваши дни. Пусть ваш огонь любви никогда не угаснет, превращаясь в нерушимый союз двух сердец. Ну, счастья, здоровья, любви, удачи и желаю поскорее услышать звонкий детский смех. Папа, папуля, сегодня день моей свадьбы. Я знаю, ты очень волнуешься за свою маленькую девочку. Но помни, я не одна, у меня есть сильное плечо. Знаешь, мы проводим не так много времени, как хотелось бы. Я очень скучаю и всегда вспоминаю, как ты меня маленькую укладывал спать, укутывал в одеяло, целовал в лобик и желал спокойной ночи. А помнишь, как мы ездили с семьей на море и ели с тобой креветки? Я знаю, помнишь. Я всегда вспоминаю твою лучезарную улыбку, громкий смех и острый юмор. Папа, даже в моменты, когда мы спорим, ругаемся, я дуюсь, забываю позвонить. Я хочу, чтобы ты помнил только одно. Я тебя очень люблю. Нам бы хотелось пригласить всех незамужних девчонок в этом зале сюда. Под ваши аплодисменты выходите к нам. 3, 2, 1, пуск! Мы поздравляем. Девушки, вы были молодцы. День готов, да? Та же схема. Покажи эту красоту им. Так, на секунду. Итак, поехали. Still falling for you. Бурными аплодисментами Его Величество Свадебный тор! Хотели бы сказать вам всем большое спасибо, что вы нашли время, что вы приехали, что вы поздравили нас, что вы радовались за нас вместе с нами. Мы надеемся, что наша свадьба останется не только в вашей памяти, но именно в ваших сердцах, в ваших воспоминаниях. Мы надеемся, что вам очень все понравилось. Мы старались.